вчера в PUBG зашел вечером, когда приехал. Да никак, если честно. Вообще никак, что там 4 каточки было. Первые 3 меня слили просто еще на первой локации. А на второй, короче... Ну, понятное дело, ну, понимаешь, хочется же какого-то, знаешь, ну, типа, да, игры какой-то, а не вот это вот постоянного стелса. На стелс я и в топ-2 могу зайти, просто не убивая никого, знаешь, просто сидя. А потом, что во второй катке я, типа, упал туда, где вообще никого не было, хотя это я вот вылетел сразу. Там целая, типа, бухта была, понял, и туда никто не полетел. Я что-то подошел к соседнему городу, куда мне там надо было по зоне идти. И прям там холм был над городом, а на нем типа беседка, понял? Я, короче, у меня еще прицел там X3 был, что-то такое, ну, приятнее, не знаю. Дим, не совершай таких ошибок, пожалуйста. Мы сейчас обороны начинаем. Хорошего. Вот. Сетки, смотрю на город, а он там типа вообще как на ладони, типа что-то похоже на бегает, я уже думаю, ладно, типа подстреливаю, стреляю, он, короче, прячется в здании, я что-то попытался, ну, типа его догнать пулей, и типа, он что-то спрятался, и я смотрю, он в окно вот так вот делает, типа, ну, ешку жмет, типа, чтобы двигаться, понял? Я, конечно, парал, а потом он мне как даст в хэд. А там расстояние, ну, метров 200 было, понял, вообще. Выносит мне каску, я каску там, благо, типа, лежала, я сразу ее меняю, но я не понял, как, но этот тип меня, походу, обошел, либо там появился новый и зашел ко мне в беседку, и, в общем, я по нему успел протулить, но, типа, он меня убил быстрее. Там, кстати говоря, в плане убивания, там очень легко убить человека. Ну, типа, очень быстро хп снимается. Не знаю. Мне очень быстро выносит лицо, если честно. Вот. А потом, типа, я играл нормально уже. И оно у меня зависло. Типа, вот просто экран, типа, повис, понял? Я альтабаю, все нормально. И, типа, просто прога заглючила. Я такой, класс. Хотя я там вполне успешненько шел. Но я, походу, еще не понимаю механики, как там стрелять, понял? Типа, короче, что-то я не понимаю в этой жизни. Так, Виталик, ты контролируешь, чтобы за мячом сбегал в футбол? Да. Yeah!
Виталик, да. Можешь поискать среди вещей где-то скотч? Я думал, тебя вчера позвать в клуб, но потом подумал, что ты где-то в часов 10 вряд ли уже захочешь. А я только приехал домой. Дома было где-то 23:30. Ой, не, я уже к 0:00 спал. Досмотрел серию 15-ю. Да. Ну, вообще, вот сняли, вот просто вообще ни о чем. Но вот настолько ни о чем отснято, матерь Божья. Особенно эти убийства, мужик. Это просто аутизм. Типа, я вам расскажу историю, как они сражались друг за друга. Я такой, зачем? А почему нельзя было просто показать, как они сливают их, типа, по очереди? Нашел, Виталий? Не, ну то, что этого типа слили, ну, мелкого, неприятно. И то, что главу Хилтопа, конечно, тоже слили. Тоже не очень хороший, знаешь, модификатор сюжета. Я, правда, не смотрел еще 16-ю, не знаю, что там, но... Не, ну что-то же там должно быть. Оно же типа что-то должно показать, что поменялось. Типа, там, потому что не просто будешь 45 минут снимать. Ну, мне понравилось, конечно, как Альфа их порешала, типа... Очень дипломатично. Очень дипломатично. Зато сколько они... Ну, типа, мне... Понятно, почему Альфа не стала мстить, типа, за кого-то. Ну, за людей своих. Потому что... Потому что она их сама мочит его постоянно. Это не месть. А это как Ниган делал. Найти нашел. Піди, короче, перемотай мені ці підніміці. Давай. Це що, із Нікона Святошу зробили? Я думав, такі люди не міняються. Так він не помінялся. Он подобрел из-за малой девчонки. Да он, в принципе, типа, ну, стоп, подожди. Когда он встретился с Карлом в святилище, когда Карл завалил его людей, какой он был? Он был тоже такой же добрый, типа. По сути, он был добрый к, ну, к определенным людям, типа, к волевым. То есть, типа, тех, кто его, он принимает. Тех, кто не его, он, типа, так их воспринимает. У Лацио новая форма. На чугуеве видно. Хорошая. Не, у всех, я думаю, они просто под низом носят, вероятнее всего. Уже чугуеве снят. Да. Доброго. Да, да, зручно. Ага, да, да, да. Ага. Перемотал? Да.
Ничего не осталось? Нет. Давай еще. Бросай. Да. Да, 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 все правильно. Ага. Да. Окей. Ага. Окей, окей, да. Ну, не, спасибо, я бы заказал бы, если бы интересовало. Спасибо большое. Хорошо, 20-го, я понял. Ну, плюс-минус, я понял. Хорошо, спасибо большое. Да, 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 спасибо. Да, все, хорошо, до свидания. Да. Экстрот. Решил себе мышку и клавиатуру, ой, и это, и коврик для мышки заказать. Ну, это было 600 рублей, типа, бонус именно в Фокстроте. Так, если я заказал... Ну да, на беспроводную, типа, небольшую. Не, думаю, она прикольная, типа. Там мышка стоит что-то... Спасибо. Да, хватило. Ну там типа коврик понты стоит, там может быть что 500 с чем-то. Внимательно! Кстати, на этом, ну на прошлом туре было очень мало правок, ты заметил? Их практически не было, я бы даже сказал. Ну, не считая вечерний. Нет, так клацаю не часто пишут, кстати. Ну, мне никогда не писали толком. А, не, ну, бывало, но так вообще. По мелочам. Что там ассист доставить? Сбейте самого, порешали вопрос? Андрей не собирается его решать, я так понял. Отношения? Я тоже ничего решать не собираюсь. Ну, единственное, чего я не понял, почему эта проблема всплыла только после гола. Вот прям. Только по тут. Это кто? С кем бить сыграл? Не помню, ну не важно. Там они было. Проиграли? Они выиграли. 7-1 они выиграли. И там один гол забил как раз таки человек не из команды против соперника. Вот, типа. То есть он там типа трансфера был, понял? Но не трансфера. Что говоришь? Давай, давай, давай! Хорошо. То есть, как бы, до гола никого не смущало то, что игрок, как бы... Осталось 19 дисквалифицированных матчей.
Где-то так и получается. Не, серьезно, где-то так и получается. Уж больше, чем, ну, типа, чем круг. И 20 недель это сколько? Это 5 месяцев, да? Игр без перестали. Грубо говоря, полгода. Ну да. Вот у нас круг длится где-то 3 недели, 3 месяца, да? Ну вот как раз 2 круга. Я не думаю, что он захочет вернуться, если честно. Брат играет. Ну, брат играет, потому что, видимо, брат не разделяет, может, его взглядов, типа, на те вещи. Но мы же не знаем. Мне нравится то, что Назарию приходится это все судить. Это Назарий тогда десятый сидел? Товарищ судья, ну блин! Это типа жесткий. Жесткий тип такого футбольного. Ты даже Киев выиграл, да? Не, Сумовый. Сумовый? Лево, лево! Нет, нет! А кто от Киева был? Барселона? Дерби. А, дерби? Ну такой типа дерби уже. Ближе к Барселоне. Я понял, ближе. Ближе к той Барселоне. Там играл футболист мира, да? Хорошо, Саня. Футболист мира не играл туда. Он играл уже, когда только Барселона была. Раз ниже! А где Манчестер Сити? Они есть. Они есть, да? Они есть, да? У них даже два состава, они в Юэле еще играют. В Юэле? А, в этом? Второй состав. Да я так понимаю, что мы завтра вечером снимем. А, ты сегодня Юэл снимаешь или когда? Ну, вроде нет. Вчера на темпе, два часа типа. Да. Это бы тогда с тебя в Юэл, да, я понял? Да. Я ну, тоже. В диалоге Юэла? У меня ж нету. Я, в принципе, особо и не знаю. Не, я у Андрюхи сразу спрашиваю, типа, когда, что у нас по расписанию, типа, каждую неделю я ему в среду задаю этот вопрос, и он мне где-то под вечер отвечает, чтобы я по деньгам ориентировался, что там получается. Единственное, что ты меня сможешь забрать, наверное, от Макса. Где ты меня обычно выпускал? Последний. Я тебя один раз выпускал. Да? Так не один раз ты меня там выпускал. Ты меня тут раза три уже возил. Просто на прошлых еще турах. Ну, короче, возле татухи моих. Короче, там где-то квартира. Ну да. Потому что я пойду забиваться туда. Я, наверное, с вами и поеду туда. Я сказал, что я к двум буду. У нас там до 13, что 20 или 10 матчей. Я к двум как раз туда доеду с тобой, если можно. Если вы не против, конечно, молодой человек. Потому что у меня на руке какая-то сейчас контурная карта.
Владимир Чугунов, просто сотый матч за команду, поэтому да? Подарили футбол, 100 матчей, видишь, написано? Да? Обалдеть. А, вот оно что. Либо ему подарили, либо он не сам. Все, мы вообще сомневаемся. Виталик! Скажи мужчине, если докричишь до него, что мяч. Виталик! Мяч улетел. Виталик! Мяч улетел! А, он послал, да, был бой уже. Чуял, что он долго идет, да, ну ладно. А ты вот это сразу истерить. Ну да. Там можно и не забыть, знаешь, до свидания на самом-то деле. Исходя из практики. Недавно, ну тут же ехал с Винницы уже с вокзала на такси, общался с таксистом. Интересный такой мужик попался. Этот, что рассказал, что устал от работы, там все дела, ну как и все. Короче, я говорю, что типа, ну когда-то тоже думал о том, что типа сначала так, а потом типа в аренду сдавать машину и тому подобное. Он говорит, да, говорит, это у меня тоже, говорит, было что-то 6 ланусов. А, говорит, один, говорит, угнали, а второй разбили. Вот стоит, говорит, на штрафплощадке. Говорит, подошел, говорит, какое-то туловище с поддельными документами, арендовало и все. Я, он говорит, таких вещей, типа, говорит, ты не можешь просчитать. Говорит, я этим 2 года занимался, и тут такое. Я не даю сам с квартирой, тогда тоже самое. Можешь. Чем вопрос в том, типа, как поддельные документы, типа, вообще можно, ну, опознать. Думаю, что никак, но таких аферистов, типа, лучше один из 5 лет. Капец. Это всегда надо учитывать в своих расходах, типа, амортизацию какую-то. Жесть. Если там статус микроволновку штырит, то, типа, надо рассчитывать, что ремонт стоит. Не, мужик, это какая-то жуть, если честно. Как всегда. Вопрос в том, как люди спят потом спокойно, знаешь, вот я вот не... Это ж уже, типа, не ты разумею. Не поймешь все равно, понимаешь? Ну, да, наверное, не пойму, это просто. Я бы не смог спать спокойно. Вчера что, с товарищем иду, короче, взяли в этом ВТБ Джека, понял? Ну, эти конфеты, ну, типа, такой батончик Джек. Ну, что-то с чаем были, типа. Говорю, что давай, типа, за сладким зайдем, потому что я ж приехал с Винницы, поспал 5 часов, пошел 2 лекции провел еще. И, ну, типа, и на работе еще тусил, сонный был очень. Потому что давай, типа, глюкозой закинемся, потому что, типа, гайки были еще. Он берет, короче, знаешь, взвешивает, и еще один добрасывает сверху, типа, не взвешенный. Я такой стою, говорю, ты что, обалдел? Говорю, руку так взяли, говорю, Джек, положи в руку. Он такой, говорит, я тебя таким, говорит, серьезным никогда не видел. Это мы обсуждали, что наш парикмахер знакомый поехала на парикмахер-фест, типа, и ты, брит, там ножницы, короче, там по 700, по 900 рублей. Понял? Что мы обсуждали, он говорит, типа, я, говорит, не знаю, конечно, если ее жизнь, всю жизнь за это травить, типа, я говорю, так ты же сам, говорит, ты же сам ты бришь, ты же сам только что пытался стыбрить конфеты. Я говорю, я понимаю, что они все магнаты и тому подобное, типа, им одна конфета – это амортизация просто, знаешь, такая мелкая. Я говорю, ну, блин, мужик, не гони. Воровать конфеты, типа. Я лучше куплю, знаешь. Тем более они не разорят тебя. Вот именно, понимаешь? Я понимаю, что там еще бабушки ходят, типа, знаешь. Ну ладно, ножницы, но не смогут расстрелить. 709, ну он говорит, типа, она себе не может такого позволить, типа, знаешь, а хочется, и она тыбрит, знаешь. Ну, я не оправдываю ни в коем случае. Конечно, не оправдываю, просто. Катаем, катаем, катаем!
Потому что, говорим, типа, ну, стоит второй бариста, такой, говорит, типа, Андрюха, смотри, говорит, типа, в таком случае, говорит, можно оправдать любого вора. Я такой сижу, такой, говорю, ну, вообще-то, говорю, все здоровые люди, так где? Ну, типа, в плане того, что, помнишь Карлина, который говорит, а, нет, не Карлина, а Фреско, который говорил, что, типа, садить вора невыгодно, типа, проще отдать ему, типа, то, что он украл, и устроить его на работу. Типа, чтобы он, ну, мог себе это позволить. Что, типа, не пенитенциарная система, типа, не рентабельная абсолютно. Сплошные расходы. Бестолковые причем. Абсолютно бестолковые, если бы они еще были бы хотя бы немножко. Ну, так, смотря где, типа, в Штатах еще более-менее сделали... Вообще ни о чем. Сделали более-менее. Вообще ни о чем. Потому что они там как... Чем-то занимаются. Так, обалдеть. И возвращаются все равно потом туда, после того, как на волю выходит большинство. В Штатах в том числе. Я думаю, что большинство там на воле, если выходят, то им уже просто только все равно. Не, не все равно, чего, там же очень много людей сидевших. В Штатах самый большой, ну, в Штатах очень серьезный процент людей, которые отсидели. Потому что там же как, там же судебные иски, типа, за все что угодно летят. И даже если ты там месяц или два посидел, типа, то все равно. Ну, плюс ко всему наркотики и прочее. Что-что? Месяца два не садят. Садят, чего? Смотря какое преступление просто. И какая повторяемость этих преступлений. Типа, два месяца это типа, вообще там. Ну, там. Типа, за два месяца человек вряд ли чем сделать какие-то. Ну, если он, допустим, постоянно нарушал ПДД, да, и у него забрали права и потом опять увидели за машиной, то посадят же не на год, не на два, а на пару месяцев, типа, чтобы. Ну, не садят, да. Это ж админ нарушение. За админ нарушение не садят тюрьму. Ну я понимаю, но я вот почему-то мне кажется, что в Штатах это не админка, когда вот тебя находят без прав, типа за рулем регулярно, понимаешь? Там могут тебе какие-то исправительные работы поставить. Ну, или штрафануть тебя. Или там условный срок могут дать, типа, чтобы ты приходил, отмечался и уезжал. Я думаю, что этого, в принципе, достаточно. Ну да, в Штатах, где, типа, люди постоянно куда-то могут покататься, это у нас условный срок, где ты такой, и чё, я и так никуда не собирался, я ж тут живу. Хорошо, есть другие места, кроме этого, Болонии? Ну да, в смысле, я думал, это стена, это все, это весь мир, да. Бывали в Ужгороде? Ну да, ты был прав, действительно. Там действительно очень много. Значит, не поменялось, тех пор, где там был. Да. Не, очень такой, очень непримечательный городок. Он вообще ни разу не туристичный. Ну, конечно. Вообще, хотя... Другие машины есть. Да, это жуть. Мужик, я иду, а там дома обвешаны, типа, этими солнечными батареями. Я просто выпал. Солнечными батареями у нас есть? Ну, у нас, да, это Ужгород, мужик. Общался по поводу, типа, недвижимости. Дом там себе купить, типа, стоит, понял, ну, типа, частный дом, что 40 тысяч баксов. Я знаю, вот я там уже... Сколько квадратов, конечно.